Здравствуйте, меня зовут Галина Оздоба, я нахожусь на Русском радио и хочу сказать со своей стороны, поскольку работаю в спасательном департаменте, некоторые моменты, на что нужно людям обратить внимание, поскольку бывают случаи, когда человек очень неправильно действует и в результате ситуация оказывается очень трагичной и оканчивается печальным случаем. Если произошла беда, вы обнаружили, что у вас что-то вдруг загорелось или сработал дымовой датчик, конечно, в первую очередь нужно убедиться, есть ли опасность. Если есть опасность, то в первую очередь звонить на номер 112, а уже потом начинать действовать или по возможности тушить, ну и, естественно, постараться быстро уйти в безопасное место. Пускай лучше приедут профессионалы, которые смогут устранить неполадку, так сказать, и, по крайней мере, люди останутся живы.